Роспотребнадзор забраковал более 4 тонн рыбной продукции за 9 месяцев этого года. В Свердловской области было проверено более 21 тонны, несоответствующие нормативным требованиям продукции, изъятая из оборота. Горожанам предлагают выбрать территорию, которую благоустроят в 2023 году. Опрос продлится до 9 декабря 2021 года. Подробности на сайте администрации Первоуральска или по телефону 64 96 22. Первоуральцы смогут проверить, насколько хорошо знают Конституцию. Тестовые задания будут доступны на сайте «Гражданин. Дети» 12 декабря. В прошлом году в акции приняли участие более 704 тысяч человек. Горожан приглашают на мастер-класс «Цветок из ткани». Мероприятие пройдет 27 ноября в 13 часов на площадке «Фримаркет» по адресу улица Трубников, 46А. Участие в мастер-классе бесплатное, возрастное ограничение 12+. Обязательное наличие QR-кода.